Доброе утро. Собственно, действительно, в докладе Дмитрия есть много позиций, с которыми я сам не согласен, но, наверное, уже после буду сам себе оппонировать в рамках круглого стола. Собственно, тема доклада «Криптография для общества и проблемы защиты с точки зрения обычных пользователей». Автор Дмитрий Малинкин, руководитель департамента разработки в компании «Спутник», подразделение Ростелекома. Это видение, собственно, со стороны разработчиков браузера, зачастую, но, как будет видно дальше, находится в противоречии даже с некоторыми позициями других подразделений Ростелекома. Собственно, с чего начинает доклад Дмитрий? С того, что криптография применяется повсеместно и все чаще применяется в таком виде, что пользователи даже не знают, что криптографию они применяют. Как пример, Дмитрий приводит ту ситуацию, что начиная с версии 69, Google Chrome не будет показывать значок HTTPS в строке браузера. И, собственно, автор задается вопросом, что все больше пользователей спрашивают, удивляются, задаются вопросами, кто отвечает за те алгоритмы, те протоколы, что используются в массовом ПО, кто формирует протокольные решения, кто их обосновывает, кто их анализирует, в том числе и в мессенджерах, и в первую очередь, собственно, на чем автор делает наибольший акцент, в браузерах и в обеспечении клиент-серверных соединений. Кроме того, появляются новые применения криптографии, связанные с работой тех или иных технологий на основе блокчейна. Дальше автор делает отсылку к разоблачениям Сноудена и к позиции, которую автор видит так, что зарубежные спецслужбы имеют прямое влияние на NIST и на ISO, которые, в свою очередь, определяют стандарты, в том числе используемые в протоколе TLS. И, собственно, из этого автор делает вывод, что сам протокол TLS и все его реализации в массовом ПО не могут считаться доверенными из-за того, что вся алгоритмическая база разработана под влиянием американских спецслужб. Автор делает вывод, что безопасность в массовом ПО можно считать фейком, так как единая западная спецслужба разработала фактически весь стек протоколов. И, собственно, дальше автор приводит еще ряд примеров, которые говорят о том, что в России также есть ряд проблем, которые связаны с этой ситуацией. Приводит примеры того, что российские сайты, имеющие отношение к госорганам, имеют сертификаты, выданные американскими компаниями. У налоговой службы сертификат ТАФТА, у сайта госуслуг и у правительства Москвы сертификат от корпорации Комода. И автор задается вопросом о том, что в случае развития санкций данные сертификаты могут быть отозваны, что приведет, если не к коллапсу, то, по крайней мере, к проблемам у массового пользователя, к доступу к сайтам государственных услуг. Надо что-то делать, и автор приводит пример поручения, которое было в 2016 году сформировано, поручение 1380 об обеспечении разработки и реализации комплекса мероприятий для перехода органов госвласти на использование российской криптографии. Собственно, и дальше ряд примеров того, что сейчас делается, приводится на слайде. Предполагается поддержка криптографии российской на государственных ресурсах, разработка массовых продуктов, которые удобны и понятны пользователям, при этом продуктов, которые базируются на российской криптографии, при этом являются удобными для использования и каким-то образом требуется стимулировать пользователей к использованию данных продуктов. Автор упоминает то, что уже разработан план мероприятий, дорожная карта о переходе в 18-19 годах органов исполнительной власти, органов госвласти на российскую криптографию, и рассказывает о том, что на ЕПГУ, едином портале госуслуг, уже проведен пилот, по сути установлено соединение с помощью российских алгоритмов, как такая первая ласточка. Далее автор подчеркивает ряд проблем, связанных с тем, что сейчас не хватает простых и понятных правил и норм
в нашем законодательстве, связанных с работой с сертификатами, в том числе для российских TLS-серверов, TLS-серверов с российскими алгоритмами. Нет законодательства, связанного с обязательствами государственных порталов работать на российских алгоритмах, и приводит пример того, что даже, собственно, портал госуслуг, самим Ростелекомом курируемый, российские алгоритмы все еще по умолчанию не поддерживает, хотя есть планы после поддержки, как минимум мягкой, данных алгоритмов, обеспечить работу только с помощью российских алгоритмов при доступе к личному кабинету, скажем, то есть к областям сайта, где требуется заведомо повышенная защита, ну и обеспечить при этом некоторое время допустить использование зарубежной криптографии при доступе к основным разделам сайта. Ну и цель, которую обозначает Дмитрий, в том, чтобы предоставить гражданам также удобные и понятные инструменты, которые были бы способны в повседневной жизни быть используемыми для работы с порталами, работающими на ГОСТе, проводить массовую агитацию и стимулировать использование российских средств. Собственно, на этом Дмитрий доклад оканчивает. Ну, собственно, вот некий затравочный доклад для дискуссии панельной вот был им сделан в таком ключе. Мы попросим Станислава слегка поаппонировать Дмитрию. Да, вот, как говорится, после изложения доклада человека, подготовившего доклад, какие есть комментарии, может быть, от человека, который его прочел? Спасибо большое. Станислав Смышляев, CryptoPro, уже от своего лица. Собственно, с чем я не вполне согласен с Дмитрием, с тем, что та роль, которая отводится зарубежным спецслужбам и обозначается их роль при работе в ИСО и в НИСТе, все же, на мой взгляд, не настолько демоническая, так как после 2012 года в той же организации ИСО процессы, связанные с тем, что инициировано американской стороной, довольно аккуратно стали, если не блокироваться, то, по крайней мере, более аккуратно рассматриваться. И не только в России, вот опасения, связанные с зарубежными спецслужбами, в этом плане возникают. С другой стороны, тот набор проблем, который возникал с протоколом TLS, ну вот, если говорить про практику, то начиная с 2011 года, показывает то, что собственно, нам с весьма сильной, мощной научной базой весьма логично наше решение развивать, иметь полный стек анализа от самого начала до самого конца в протокольных решениях и, собственно, оставаться уверенными в стойкости своих решений, когда очередная громкая атака, скажем, на TLS 1.0 возникает. И для этого, с точки зрения научной базы и базы даже стандартов, у нас, если не все, то многое есть. И действительно, для того, чтобы решения массовые развивать, в том числе клиент-серверные взаимодействия, о которых Дмитрий в своем докладе упоминает, у нас все есть. И если говорить о программе, стартовавший после поручения 1380, то действительно в рамках нее разрабатывается браузер «Спутник», и уже первые его версии для Windows, Linux сертифицированы и могут использоваться. Но ряд проблем все же остаются, и проблем весьма важных, сейчас они решаются. Проблемы, связанные с облегчением распространения браузера «Спутник» или аналогичного массового ПО, в том числе через, возможно, интернет-магазины и магазины приложений для мобильного ПО, что, естественно, является весьма новой задачей для массовой криптографии в России. И, в принципе, те задачи, что поставлены сейчас в цифровой экономике, ну, в довольно сильной степени решают те проблемы, о которых Дмитрий говорит. Другой вопрос, что плановое их исполнение требует не только такого вот явного перехода части сегментов использования криптографии полностью на все российское, но и мягкого внедрения российской криптографии в международный стек протоколов. Здесь можно привести пример Китая, который одновременно с
развитием полностью своего стека протокольных алгоритмических решений и реализаций, скажем, среди интернета вещей, где они для NFC, для устройств с беспроводным доступом разрабатывают все, начиная от аппаратной части, оканчивая прикладными системами. И тем не менее, те же китайцы параллельно в тех же лабораториях разрабатывают порядок использования китайских государственных алгоритмов SM2, SM3, SM4 в международных протоколах. И сейчас они и в ETF начали некую активность по продвижению своих алгоритмических решений. И, собственно, вот эта деятельность движется параллельно. Пожалуй, нам следует, на мой взгляд, поступить так же, не стараться все перевести полностью на российские рельсы, так как вряд ли это будет возможно в разумные сроки, а все же говорить о том, что в части сегментов, где все взаимодействие идет в замкнутом контуре, скажем, это, там, грубо говоря, Эрглонас или Платон, или те системы, которые работают, собственно, с совершенно фиксированными ответными частями, там действительно можно внедрять российский стек протоколов, алгоритмов, реализаций от начала до конца там, где можем. Но если мы говорим про использование в массовом секторе, использование с массовыми сайтами, то переход, скажем, госорганов разумно, на мой взгляд, делать с возможностью на сервере поддерживать одновременно на одном адресе, причем на одном порту, и сертификат зарубежных, то есть RSA-шный сертификат, и сертификат ГАСТовый, для того, чтобы этот переход был мягкий, и чтобы пользователи, собственно, не мучились во время этого переходного периода. Ну вот, вкратце, мое мнение о тех проблемах, о которых Дмитрий говорит в докладе своем. Спасибо. Ну, то есть, если кратко, комментарий получается такой, что если не действовать по принципу или все, или ничего, то на самом деле какой-то объем технологического задела есть. Можно вот во всем том, что называется российский интернет, выбрать какие-то сегменты, где реализовать этот технический задел или полностью, или частично, или сделать какие-то комбинированные варианты. То есть при наличии какого-то поэтапного плана, ну, так же, как в автомобильном производстве, наверное, можно двигаться так, чтобы постепенно процент использования российской криптографии, он возрастал. Значит, но, естественно, наверное, самый большой вопрос здесь – это мотивация потребителей делать этот переход. Это уже такой социально-психологический вопрос, он затрагивает и вопросы удобства использования СКЗИ, и доступности. Ну, все уже привыкли, что любое какое-то приложение можно загрузить с каких-то маркетплейсов. Вот, и сегодняшнее регулирование оборота криптографии в России, оно пока, значит, не, скажем так, явно этого не разрешает. Но, с другой стороны, вроде и таких явных запретов нет. Ну, одним словом, вот здесь, наверное, по мере развития такого технологического задела большую роль начинают играть вот мотивационно-разрешительно-регуляционные вещи. Ну, вот я вижу, что Дмитрий созрел, и у него есть какие-то мысли, и он хочет их изложить, поэтому я передаю слово ему. Добрый день. Меня зовут Дмитрий Горелов, я коммерческий директор компании «Актив». Мы делаем различные программно-аппаратные средства, и масса потребителей, такой наш клиент. Я хотел бы немножко про экономическую сторону всей этой темы поговорить, потому что российская криптография, российский интернет, она очень сильно завязана, собственно, сам браузер. А браузер – это очень дорогая история. У нас, в принципе, есть два серьезных разработчика браузеров, которые, к сожалению, пока и, наверное, долго еще будут делать свои браузеры на западном движке, но, слава богу, они сами все собирают, и цикл разработки у них достаточно глубокий, неповерхностный. Надо создавать условия, в которых им будет выгодно делать эти проекты с российской криптографией, потому что если они не будут вкладываться, ну, я назову спутник и Яндекс у нас есть, не будут вкладываться в эти проекты, все спорнется, потому что поддержка браузера и развитие – это большие деньги, большая команда разработчиков. Поэтому кроме мотивации, собственно, самих пользователей создавания рынка, само государство должно создавать вот, портал госуслуг, переходить на российскую криптографию, чтобы были какие-то сегменты, где без российского браузера уже просто нельзя, и там возникают для них новые клиенты, новые объемы как бы, инсталляций.
потому что только экономическим методом это, к сожалению, не сделаешь. Дмитрий Матюхин, заместитель председателя технического комитета по стандартизации ТК-26 криптографической защиты информации. Вот. Я как человек, который, скажем так, в разном статусе и с разным уровнем опыта собственного, тем не менее работаю в области криптографии уже больше 20 лет, могу сказать, что я застал конец той эпохи, когда криптография перестала быть сферой защиты государственных секретов и происходил переход к использованию криптографии для защиты государственно значимой информации, но, тем не менее, не являющейся государственной тайной. Эта сфера применения криптографии, она достаточно четко отражена в положении ПКЗ-2005. И, собственно, вот этим положением, наряду с требованиями к электронной подписи, которые являются, так сказать, механизмом реализации закона об электронной подписи, собственно, им и очерчивается, как в какой мере сегодня криптография у нас в стране регулируется. Вот. А сейчас мы все с вами являемся свидетелями и участниками перехода от криптографии для защиты информации в той сфере, которая определена положением ПКЗ-2005, а это в основном взаимодействие государственных органов между собой, взаимодействие государственных органов с юрлицами, да, в случае там, исполнения ими государственных заказов. Ну, вы можете меня поправить, это документ открытый, его каждый может прочитать. Мы переходим, ну, собственно, к использованию криптографии везде. Да, это одна из первых строчек в презентации Дмитрия Малинкина, да, что криптография везде, она в каждом утюге. И вот, безусловно, этот процесс, он на самом деле такой же болезненный, как процесс был 90-х годов, того вот самого перехода. Болезненный, совершенно неоднозначный, мы, конечно, не знаем ответы на многие вопросы, но что мне представляется, скажем так, ясным на сегодняшний день и, наверное, реализуемым. Вот в этом процессе цифровизации общества каково должно быть, ну, на мой взгляд, целевое состояние использования криптографии? Здесь очень хорошую аналогию нам представляет закон об электронной подписи и требования к средствам электронной подписи. Вот что там является ключевым, на мой взгляд? Ключевым является юридическая значимость совершаемых действий. То есть государство должно брать на себя ответственность за защиту информации, имеющей отношение к совершению юридически значимых действий. И раз государство берет на себя, по мере того, как государство будет брать на себя эту ответственность, почему я говорю по мере, потому что это как раз и есть отражение процесса цифровизации. И государство по мере этого и должно принудительно внедрять для защиты вот такой информации, в таких ситуациях должно внедрять отечественную криптографию. Причем не только отечественные алгоритмы, но и отечественные сертифицированные средства криптографической защиты информации. То есть другого пути здесь, мне кажется, других способов регулирования здесь нет. Ну, иначе мы просто столкнемся с какой-нибудь ситуацией, ну, вот как в прошлом году там в смарт-контракте Ethereum там утекло за один раз там 23 миллиона долларов, да? Ну, вот вы представляете, вот что это такое, вот этот бы смарт-контракт, он бы являлся сертифицированным государством, да, то есть государство, оно как бы взяло на себя ответственность. Ну, там это была ошибка программиста, не суть важна. У нас, вспомните вчерашний доклад Саринина, да, у нас, так сказать,
значительное количество ошибок, оно связано именно с реализацией криптографических средств. Вот. Ну, я вот свой монолог пока на этом закончу, но мысль готов продолжить по ходу нашей дискуссии. Ну, дискуссий пока нет, вот там вопрос. У меня не столько вопрос, сколько, скажем так, практическое наблюдение за последними тенденциями в плане рынка интернет-вещей, в плане АСУ-ТП, в плане КИИ. Участвовал во многих мероприятиях, я разговаривал с разработчиками интернет-вещей, которые сейчас массово у нас плодятся. И на вопрос, а чем вы защищаете каналы, получаю ответ, а зачем? Вот я думаю, на данном этапе, пока только-только начинается, наша задача попробовать донести до организаций, которые этим занимаются, необходимость в защите и в защите нашими алгоритмами. Вот такое маленькое дополнение, замечание, я не знаю, как сказать. Спасибо. Я бы вот продолжил, так сказать, вот эту мысль. Качалин Игорь, председатель технического комитета, здесь уже упоминавшегося ТК-26. Мне кажется, что, ну, две мысли я хотел бы сформулировать. Первое заключается в том, что вот при всем, так сказать, уважении к различным спецслужбам, включая американские, наверное, сегодняшнее развитие массового криптографического сообщества, оно все-таки, наверное, вряд ли допустит внедрение каких-то явных слабостей в те стандарты, которые принимаются международными организациями. Все-таки за последние 20-25 лет, как мне ощущается, вот это криптографическое сообщество сильно повзрослело, открытое криптографическое сообщество. Криптография вышла за пределы государственных организаций, включая в первую очередь, наверное, может быть, Россию, хотя, наверное, в других странах это было не так. И поэтому вряд ли, ну, мне так кажется, вряд ли можно какие-то явные слабости внедрять в алгоритм. Это первое. Второе, я хочу сказать, что все-таки наши эксперты активно участвуют в работе и ETF, и в работе ISO, продвигая в них наши стандарты, участвуя в принятии тех стандартов, которые предлагаются другими странами, что позволяет нам, ну, получать некую уверенность в их все-таки надежности и качестве. Да, там могут быть слабости, но это естественное развитие науки, как мне представляется, и поэтому это скорее не заложенные какие-то заранее свойства, а просто новые качества, которых мы могли на момент принятия не знать. Вот, это первая мысль, которую я хотел бы сказать, и поэтому я так полагаю, что вот то движение, которое ТК-26 возглавило и сейчас оно, мне кажется, должно набрать обороты, это участие в международной стандартизации, это тот путь, который нам необходимо развивать для того, чтобы быть уверенным в качестве тех продуктов, которые приходят к нам на рынок, а они будут приходить, мы никуда от этого не денемся. Другое дело, что мы должны найти способ, чтобы эти продукты содержали в том числе и протоколы, и алгоритмы, которые разработаны российскими специалистами. И это, ну, как бы задача. Другой вопрос. Вот мы тут начали говорить о том, что для продвижения российской криптографии нужно массового пользователя в этом заинтересовать. Да, конечно, нужно. Это, безусловно, так. Но мне так кажется, что между вот теми, кто сидит в этом зале, то есть разработчиками криптографических решений, и массовым пользователем, есть большая прослойка людей, ну, который Дима назвал государством, я бы сюда добавил еще бизнес, это люди, которые принимают решение, что нужно сделать для вот этих масс, для того, чтобы они этот продукт начали потреблять. И вот эта масса людей, она далеко не однородна, и среди них много, на сегодняшний день еще достаточно много людей, которым, в общем, все равно, какая будет криптография, и будет ли она вообще в этих решениях. И поэтому, ну вот, как донести до этих людей, до людей, принимающих решения о том, что нужно делать, что нужно вот применять такие решения, которые разрабатываются и предлагаются российским специалистам, это отдельная тема, наверное, большой дискуссии. К сожалению, здесь, наверное, таких вот в зале людей нет,
которые вот принимают такие решения. Но я хочу сказать, что это действительно проблема, и, наверное, вот то, что мы здесь уже так в кулуарах обсуждали, вот НСПК яркий пример тому, да, внедрение российской криптографии там, ну вот, ну никак, практически не движется. Ну, да, с большим скрежетом и трудом. И при этом вопрос ставится зачастую как? У вас есть решение, которое мы можем применить? Да, у нас есть наработки, но для того, чтобы появились решения, должен появиться заказчик. Ах, то есть у вас нет готовых решений, поэтому мы принимать ничего не будем. Ну, вот это замкнутый круг, который нужно как-то разрывать, как мне представляется. И вот в этом лежит основная проблема. Вот пользователю, конечному пользователю, массовому пользователю, все-таки, если ему будет удобно, он будет это использовать. А вот для того, чтобы это появилось и стало удобным, в это нужно вкладываться. Должно быть понимание у разработчиков продуктов о том, что это нужно делать. Это всегда лишнее напряжение, потому что это новое решение. Лучше, проще взять уже готовое, отработанное во всем мире, и эти кирпичи сложить, и получить из них нечто. Вот это, мне кажется, главное, чего следует нашему сообществу, сообществу вот, работающих в области криптографической безопасности, донести до тех, кто вот между нами и конечным пользователем. Вопрос вот есть. Александра Жильцова, Газинформсервис. Я хотела задать два вопроса. Первый вопрос касается все-таки пользователей. Не повлечет ли использование российской криптографии и наших браузеров нагрузку на кошелек этого пользователя? То есть не станет ли тот же самый браузер загрузкой бесплатной, скажем, с того же Play Market? Это первый вопрос. И второй вопрос. Если мы говорим об использовании, массовом использовании готовых сертификатов в интернет-пространстве, планируется ли создание какой-то новой инфраструктуры центров сертификации, которые будут выдавать эти сертификаты? Или же эта миссия ляжет на сеть аккредитованных УЦ, которые у нас сейчас существуют? И вот в свете того, что эта сеть, собственно, сейчас очень упраздняется, повлечет ли это какие-то изменения? Спасибо. Первым вопросом по поводу браузеров с российской криптографией. С одной стороны, там, говорить о Ростелекоме, конечно, я не могу. С другой стороны, мы, собственно, выступали в лаборатории при сертификации браузера «Спутник», и, собственно, к нему имеем прямое отношение. На текущем этапе его использование, его скачивание является бесплатным, пока вы используете односторонний TLS. То есть TLS без аутентификации клиентской стороны, то есть тот случай, который используется в 99, наверное, еще, пара девятка после запятой, процентов случаев. Также в случае размещения, если оно произойдет в магазинах приложений, также пока никаких планов по платности не было, и более того, это не лежит никогда в области обсуждений. То есть какая-то монетизация этой деятельности для, с точки зрения того, чтобы забрать деньги у пользователя, не обсуждается почти, ну, вот, не обсуждается ни на одной площадке, в которой я участвовал, и, наверное, все-таки почти нигде. Другой вопрос, что накладные расходы ложатся на организации, так как полноценно работающие TLS-соединения с массовыми порталами требуют действительно довольно, ну, если не то чтобы существенных и огромных, то, по крайней мере, значимых вложений в инфраструктуру. Не только для того, чтобы установить серверные компоненты для работы с TLS-соединениями, но и чтобы всю балансировку нагрузки, которая сейчас есть, уметь перераспределять по двум наборам алгоритмов, для того, чтобы все взаимодействие пользователя с сервером в равной степени сделать быстрым, эффективным, надежным, стабильным и удобным при использовании двух алгоритмических баз. То есть расходы здесь скорее на уровне организации, но в упомянутом 1380 речь идет скорее про государственные все-таки порталы, про государственные организации, про работу с госорганами, то есть все-таки здесь это скорее государство на себя, по крайней мере на текущем этапе, те или иные накладные расходы берет. Что касается второго вопроса насчет удостоверяющих центров, вопрос очень такой сейчас горячий и
всерьез обсуждаемый, так как в цифровой экономике есть один из пунктов, предполагающих создание сети удостоверяющих центров для выдачи сертификатов для сайтов в российском интернете. И сейчас ведутся дискуссии о том, как все-таки это делать, и все-таки говорить ли про создание независимой инфраструктуры УЦ с российскими ТЛС для выдачи российских ТЛС-сертификатов, или все-таки говорить о том, что нам нужно, по крайней мере, создавать какую-то структуру в России, которая хотя бы РСА-шные сертификаты сама выдает. И вот эта дискуссия пока, насколько я знаю, до сих пор не пришла к какому-то завершению. Если говорить про первый из вариантов, которые вы имели в виду, про ГАСТовые сертификаты, то, насколько мне известно, все же сейчас рассматривается вопрос независимого, все-таки отдельной, в некоторой степени, по крайней мере, на уровне корня, структуры для работы с готовыми сертификатами. Хотя я думаю, что аккредитованные УЦ, если будет такой рынок развиваться, я думаю, что с радостью подключится к процессу, так как у них есть специалисты, средства, СКЗИ, которые обеспечивают данную работу. Другой вопрос, что здесь возникает много технических моментов, которые в России не развиты. Если вы хотите, если мы хотим, собственно, чтобы выдача сертификатов для сайтов была быстрой и удобной, мы должны двигаться в том направлении, в котором движется весь западный мир. Это автоматизация, упрощение выдачи сертификатов для сайтов, не госорганов, где действительно выдача может быть снабженной рядом проверок и процедур. Но если мы хотим криптографию российскую делать массовой не только в сегменте государственных порталов, в сегменте крупных организаций, а для того, чтобы и обычные коммерческие организации могли поддерживать российскую криптографию на своих серверах, требуется поддержка протоколов, таких как ACME, которая разработана в ETF. Это автоматизированная выдача сертификата с помощью подтверждения владения ресурсом некими такими фиксированными процедурами, косвенным образом, по сути, то есть о чем идет речь. Если я хозяин некого портала, там, не какого-то госпортала, не крупного шлюза, а просто там некого сайта организации, я запрашиваю у удостоверяющего центра выдачу мне ТЛС-сертификата, мне дается некий запрос там, в том или ином месте сайта ту или иную, там, грубо говоря, строчку внедрить временно. Я это делаю. Таким образом, УЦ начинает удостоверяться, что тот пользователь, что запрос создал, является действительно хозяином сайта, ему выдают сертификат, он его использует. Эта система там не идеальна, она дорабатывается, в ETF идутся активные дискуссии на этот счет до сих пор, но это то, что требуется делать, если мы хотим массовость обеспечить по-настоящему, а не только на бумаге. Вот, наверное, два комментария, которые хотел бы дать. Ну, то есть, наверное, нужно еще немного поднастроить нормативно-правовое регулирование, которое сегодня в основном заточено в виде соответствующих там приказов Минсвязи и Федеральной службы безопасности в большей степени на получателей сертификатов людей, а нужно сделать, видимо, какое-то расширение этого регулирования на вот те случаи, когда сертификатами пользуются всевозможные сайты, сервера, значит, какие-то сети, и для этого сегмента сделать немного другую процедуру. Ну а что касается первого вопроса о платности браузеров, в принципе, во всем мире модель продвижения браузеров – это бесплатная. То есть система монетизации браузеров, она совершенно другая, она базируется или на рекламах, или на всяких маркетплейсах. Ну просто вот, видимо, Ростелеком здесь немного переоценил свои силы. Думал, что спутник будет как Яндекс, и можно будет монетизировать тем же самым способом, но пока не получилось. Вот вопрос, пожалуйста. Я Сидорин Юрий, НТЦ Атлас. У меня не вопрос, у меня скорее ремарка на шаг назад в дискуссии про то, как можно и нужно пользователей, на мой взгляд, привлечь к использованию российской криптографии. На мой взгляд, для пользователя, в общем, не очень важно, как именно называется криптографический алгоритм, который работает у него в браузере. И ГОСТ 3410-2012 для него, в общем, наверное, в среднем является настолько же пустым звуком, насколько ЕЦДСА, РСА и так далее. То есть нужно дать пользователю
какой-то add value конечный, да, то есть какое-то значение, которое для него будет понятно и которое для него будет полезно. Просто российская криптография, бэджик такой, да, или там наклейка, это ничего нового не несет, за исключением какого-то там лозунга, наверное, это хорошо, но это агитация, это про другое. А вот здесь так исподволь звучит, что российская криптография – это тождественно или из этого следует возможность получения сертификата на продукт. И вот мне кажется, это уже скорее можно трансформировать во что-то ценное для пользователя. Потому что если есть сертификат, значит, у пользователя появляется какой-то ориентир, по которому он может понять, насколько безопасно, защищенное или качественное решение, которое он получает. По крайней мере, в теории это должно быть так, на мой взгляд, да? То есть регулятор выдает сертификат, и этот сертификат говорит о уровне качества продукта. И вот тут вроде как все хорошо, но есть, вот, по крайней мере, из моей личной практики, из практики нашей компании, опыт, который говорит, что вот эта история в России работает не всегда. Сертификат на там, СКЗИ или на еще что-то, зачастую там, люди, которые занимаются информационной безопасностью в бизнесе там, или еще где-то, они воспринимают это как обузу. То есть если им регулятор явно предписал использовать сертифицированные решения, он их будет использовать. Если нет, они с удовольствием купят что-нибудь другое, что не нужно. Вот, на мой взгляд, корень всей этой истории – это вот в переломе этого момента и в, как бы, я не знаю, как, популяризации сертификации, да, или там приведении в соответствие сертификации явным свойством безопасности продукта, чтобы у пользователя в голове отложилось. Он выбирает не между RSA и ГОСТом, не между там, спутником и Яндексом, а он выбирает между браузером, общественно поддерживаемым, но вообще говоря непонятно каким, и, например, браузером, ответственность за безопасность которого в том числе несет российский регулятор. Ну а дальше можно, например, сделать очень простой мостик там, к кошельку пользователя. Он именно этим браузером будет пользоваться при доступе там, к ДБО, любимого всеми нами Сбербанка, и будет принимать какие-то риски при общении через это ДБО. Спасибо. Да, совершенно верно. Простой, нормальный, конечный потребитель, он покупает некую конечную ценность, конечную функцию. Вот если мы сможем построить цепочку, чтобы там к этой ценности была привязана российские средства криптографической защиты, ну тогда будет. Я очень рад, что в словах Юрия, которые прозвучали из зала, я, по сути дела, увидел поддержку тому, о чем говорил я в своей первой реплике. И вот я хотел бы ее продолжить и заодно дополнить ответ Станислава на первый из заданных из зала вопросов. Что касается бесплатности, ну, поручение президента 1380, оно однозначно говорит о предоставлении гражданам пользования отечественными шифровальными средствами на безвозмездной основе. И вот из моих предыдущих слов и из того, что сказал Юрий, Андрей Анатольевич дополнил, конечно, явным образом вытекает, что цифровизация общества, да, цифровизация взаимоотношения гражданина с государством, она, в общем-то, и может стать тем двигателем, а, видимо, это и единственный шанс на то, чтобы внедрить российскую криптографию. Потому что вот наш новый вице-премьер по цифровой экономике, да, у нас теперь такой есть, Максим Акимов, если кто-то читал его, первое интервью, видимо, первое в новой должности, у него там два ключевых момента. Ну, во-первых, он сказал про то, что нужно обязательно использовать российскую криптографию в одном фрагменте интервью, а в другом фрагменте он сказал о том, что нужно, ну, в рамках программы «Цифровая экономика», я сейчас своими словами скажу, должен быть создан цифровой профиль гражданина.
Вот. Видите, если государство создает цифровой профиль гражданина, да, мы не формализуем сейчас, что это такое, но есть некое интуитивное понимание, то это значит, что государство уже отвечает за то, что этот цифровой профиль не может быть украден, подменен, да, и так далее. То есть отвечает за все аспекты защиты, за все аспекты безопасности этого цифрового профиля. И ясно, что если для защиты этого профиля будет использоваться криптография, а она, конечно, будет использоваться, то это должны быть сертифицированные средства. А дальше, видимо, в оптимистичный сценарий, мы должны ожидать, что те наработки, продукты, которые при создании средств самого цифрового профиля гражданина и средств его защиты, в том числе криптографической, будут созданы, они окажутся достаточно удобными для того, чтобы их можно было использовать и в других сферах, которые не попадают под государственное регулирование. То есть, а это значит, что компании-разработчики, они уже эти разработки смогут монетизировать, но вот не в той вот сфере, для которой они первоначально будут создаваться. Мне вот так предоставляется. Конечно, это, возвращаясь к тезису о болезненном переходе от сферы регулирования текущей к, значит, к использованию криптографии везде, конечно, это может потребовать, и я думаю, что это не за горами, некоторой, скажем так, адаптации к этой ситуации требований к СКЗИ. Потому что когда разрабатывались рекомендации, принципы разработки и модернизации шифровальных средств, да, которые утверждены были в конце прошлого года Росстандартом, что, безусловно, большое событие, тогда уже, конечно, обсуждалась возможность добавления туда, ну, так называемого класса КД, ну, там буква А, Б, С заняты. Класс КД – это программные средства криптографической защиты информации, ориентированные, там, например, на распространение через магазины приложений. Вот. Но это не знаю. И, во-первых, поскольку рекомендации по стандартизации документ очень гибкий, вот это не национальный стандарт, он может дополняться, изменяться существенно быстрее. Я думаю, что это в ближайшие годы это будет сделано, но просто жизнь нас заставит это сделать. Но не надо полагать при этом, что все требования будут смягчены. Ну, на мой взгляд, там требования к учету и регистрации СКЗИ, ну, безусловно, да. А требования к контролю целостности программного обеспечения, я думаю, что они, наоборот, должны быть ужесточены, потому что у приложений, которые распространяются через интернет, должно быть добавлено требование обязательное, да, контроля целостности криптографическими средствами. Ну, то есть, по сути дела, имита защиты. Ну, да, спасибо. В результате этой дискуссии, по крайней мере, она очень полезна для технического комитета 26, потому что вот уже, значит, из речи Дмитрия можно вычленить, что возникает задача, значит, подготовки рекомендаций по контролю целостности. И, кстати, вот из вопроса, связанного с использованием отечественных российских сертификатов на серверах и каких-то технологических элементах сети. Ну вот мы так коротко здесь пообщались и решили, что, может быть, это тоже интересная тема для технического комитета 26, подготовить, значит, рекомендации с тем, чтобы заполнить, скажем так, или расширить вот практики применения использования сертификатов и перенести их просто за границы использования людей на вот использование, на технологическую такую инфраструктуру сети связи интернет. И я думаю, что вот здесь мы тоже, так как здесь в зале присутствуют в том числе и люди, которые представляют организации членов ТК, то, наверное, можно уже начинать думать над тем, как должны выглядеть эти методические рекомендации. Ну и, соответственно, это уже какой-то способ мотивации использования, потому что в конечном итоге рекомендации технического комитета, они рано или поздно превращаются и вводятся в жизнь приказами Росстандарта, ну а это уже более-менее легитимный документ, которым можно руководствоваться к действию при создании и разработке систем. Как мне представляется,
Вот чего нам точно не хватает, это не хватает энтузиастов, которые бы не были специалистами в области безопасности. Это люди, которые бы ставили своей целью и видели возможности реализации этой цели в разработке каких-то общественных проектов, связанных с продуктами, востребованными массовым потребителем, но при этом эти люди считали бы своим святым долгом и видели в этом свою, так сказать, одну из своих предназначений – это использование отечественных решений в области безопасности. Вот если вы посмотрите, в мире ведь есть много общественных проектов, и, да, есть браузеры, которые поддерживаются каким-то сообществом людей, заинтересованных в этом, да? Есть операционные системы, сборки операционных систем, которые поддерживаются сообществом людей, заинтересованных в этих решениях. А вот, вы меня поправите, может быть, я не прав. Я не знаю ни одного сообщества энтузиастов, которые бы, российских энтузиастов, которые бы продвигали какой-то вот свой проект, в том числе на базе использования российских средств криптографической защиты информации. Наверное, пока вот не появится таких энтузиастов, нам будет очень трудно решить ту задачу, о которой мы с вами здесь говорили. Я для разнообразия могу такой привести жизненный пример, касаемо энтузиастов. Вот Дмитрий Горелов подарил мне, я уж не помню, какое это было событие, он мне книгу подарил «100 лучших российских вин». Значит, я к этому делу приступил профессионально, значит, вот посмотрел там, какие земли, и начал покупать. И постепенно... Нет, вина. И, значит, он подарил мне эту книгу где-то месяца три назад, и я вот постепенно, расширяя внутренние эксперименты, вовлекая в него членов семей, дошел до такого состояния, теперь я, когда вхожу в азбуку вкуса, я покупаю только наши вина. То есть надо где-то вот эти практики перенести, и надо, чтобы вот, может быть, технический комитет начал выпускать какие-то популярные гайды, значит, которые могли бы увлечь хотя бы какую-то часть разработчиков. Да нет, не по винам, по применению криптографии. Не, ну, слава богу, у нас есть OpenSSL, который люди, как только новые гасты появились, 2012 года у нас появился OpenSSL, в котором энтузиасты в открытом доступе их выложили. Есть, в принципе, на GitHub достаточно большое количество проектов. В принципе, если к этому делу ТК подключится и начнет их рекламировать, просто этих людей, которые на GitHub выкладывают с реализацией российских гастов проекты, это для них будет реклама, и они дальше будут вкладываться. В принципе, даже в наших целях, как членов ТК, это сделать. Потому что проекты действительно есть. Вот Дмитрий Белявский, представитель как раз-таки сообщества, который активно в OpenSSL работает, может быть, прокомментирует этот тезис. Да, вот я хочу прокомментировать этот тезис. Значит, смотрите, да, для того, чтобы российскую криптографию приняли в open-source продукты, а без этого мы никуда не денемся, без этого там можно долго поддерживать свои форки, но это долго, дорого, напряжно и, в общем, не по силу энтузиастам, будем честны. Да, необходимо работать с международным сообществом, необходимо работать с командами разработчиков именно криптографических open-source решений, иначе без этого мы будем долго жить с отдельными патчами, живущими там либо у отдельных людей, либо в отдельных фирмах, но без встроенной поддержки из коробки. А без встроенной поддержки из коробки, извините, пожалуйста, много ли пользователей будут ставить себе пятый браузер только для того, чтобы ходить на сайт госуслуг? Спасибо. Скажите, на ваш взгляд, вот эта вот деятельность, о которой вы сказали, возможно ли ее осуществление в том ключе, в котором высказался Игорь Федорович, энтузиастами? Или это, на ваш взгляд, невозможно без государственной поддержки, организационной и финансовой? Мне в моей деятельности оказывали существенную поддержку мои работодатели. Да, вот, собственно говоря, Криптоком, да, в котором я работал или непрерывно, или по контракту, и технический центр интернет, который посылал меня на конференции типа ETF, где есть возможность обсудить с живыми представителями сообщества. Без участия с международными конференциями, без личного контакта с разработчиком, без личного контакта,
все усилия получают очень маленький КПД. Да. Безусловно, это очевидно, но у нас сейчас в стране, ну, на данный момент, на системной основе, у нас, насколько я понимаю, только представители двух компаний участвуют в работе организаций, занимающихся международной стандартизацией в области криптографической защиты. Ну вот я имею в виду на системной, там, регулярно. На самом деле, вот еще я бы обозначил еще две компании, кроме предполагаемых вами. Собственно, LSS Plus и Crypto.com, несмотря на то, что не работают именно с точки зрения криптографии ВТФ, но делают совершенно бесценное, в общем-то, дело по поддержке как раз-таки репутации российских экспертов в техническом и прослойке, которая связана с криптографией. То есть, скажем, Валерий Смыслов, который на ТК-26 на собраниях часто скорее оппозиционно высказывает в отношении криптографии российской, тем не менее, весьма имеет уже большой вес в сообществе разработчиков IPsec, протокола, который является протоколом, ну, номер два, наверное, вот в мировом сообществе по значимости. И хоть и не занимается напрямую продвижением российской криптографии, но при этом при возникновении любых будущих проблем, вопросов, нюансов, связанных с использованием ГАСТов в IPsec, его репутация, его усилия за последние уже, ну, не меньше, чем за 5 лет, наверное, окажутся весьма важными. То есть не только участие вот напрямую Infotex и CryptoPro в ISO и ETF как экспертов по криптографии важно для того, о чем мы говорим. В некоторой степени для прикладных областей развития именно российской экспертизы в области такой технической на стыке даже, может быть, не менее важно, чем криптография сама по себе. Да, ну спасибо, вы правы, безусловно. Но у меня... Перед глазами стоит доклад со вчерашней рамп-сессии. Я вот хотел бы акцентировать на нем внимание. Дело в том, что в ТК-26 незадолго до начала нашего симпозиума поступила информация о начале публичного обсуждения. По-моему, это первый проект стандарта, который подготовлен ТК-194 вновь созданным киберфизические системы. Это русский аналог термина «интернет вещей». Да, и что мы увидели в этом стандарте? Да, в нем мы увидели, что предписывается использовать зарубежный криптографический протокол с зарубежным криптографическим алгоритмом. Причем довольно-таки проприетарным, с довольно-таки, скажем так, с такой малым количеством независимых исследований. Конечно, с одной стороны, это неправильно. То есть лучше бы, да, если бы в стандарте было написано, ну, что в принципе используется там некая криптография, да, и какая там детализировалась по мере. Ну вот, опять возвращаясь к вопросу, который подняли Дмитрий с одной стороны, а перед этим Игорь Федорович по поводу энтузиастов, да, совершенно ясно, откуда этот протокол взялся. То есть есть некоторые конкретные изделия, которые разработчик этого стандарта продвигает на отечественный рынок. В нем вот этот вот протокол с этим алгоритмом, он прошит, да. Вот... Здесь, так сказать, каковы возможности, да, вот таких вот энтузиастов? Потому что или, грубо говоря, мы, так сказать, будем ждать, вот, что называется, такого столкновения. Ну, это может быть не очень удачный пример, там вот это NPFI, такое, наверное, узкоспециальное нечто, да. Ну, или мы будем дожидаться ситуации, что возникнет необходимость использования такого протокола для взаимодействия там, гражданина с государством, для обеспечения юридической значимости, о чем я говорил, а, так сказать, изделия-то нет соответствующего, которое это реализует. Спасибо, я, если можно, прокомментирую. Я, если можно, немножко процитирую сам себя с доклада пленарного на Рускрипт, где мне казалось важным обозначить 3 цели участия российских специалистов в международном сообществе. И одну из них я, собственно, обозначил важность поддержки мировых тенденций по криптографической гибкости, то, что называется криптографик
agility, то, что связано именно с, скажем, запретом на продвижение тех протокольных решений, которые не позволяют гибко менять сами механизмы. И вот то, о чем вы говорите, совершенно верно, что довольно странно в российском стандарте потенциальном не только фиксировать некий алгоритм, но еще фиксировать его нестандартным даже для зарубежного, в общем-то, рынка образом, и решение, которое использовать еще и, честно говоря, довольно, мягко говоря, странно с точки зрения безопасности, о том, о чем вчера говорил Владислав, с точки зрения эмитента защиты, выполняемой с помощью ЦРЦ-8. Ну, в общем-то, вот три цели, наверное, работы наших специалистов в международных организациях – это поддержка криптографической гибкости, поддержка того, чтобы российская экспертиза в области криптографии более чем, слава богу, мощная и уверенная, могла ее наработки могли применяться при анализе и синтезе протокольных решений, чтобы та степень обоснованности решений, что возникают в том же ETF на стыке наших интересов, как минимум отражала те требования, которые зачастую дополнительно предъявляют вот российская, скажем, школа. То есть, скажем, если мы говорим про нагрузку на ключ, то во всем мире шумиха по поводу нагрузки на ключ в 3DS и FDS пошла где-то года два назад, после SWIFT-32. В России те ограничения, которые сейчас для многих являются чем-то вот новым, были неким совершенно банальной истиной, в общем-то, всегда. И вот российская экспертиза в этом плане важна на международной арене. И третье, собственно, то, что спецификация самих алгоритмов на разных площадках требуется для того, чтобы можно было поддержать ее на вот уровне техническом. В том же OpenSSL невозможно полноценно поддерживать те механизмы, те алгоритмы, которые не являются должным образом специфицированы, если говорить технически, то для которых не выделены идентификаторы IANA, которые выделяются после того, как документ в ETF создан. То есть даже для того, чтобы криптографию российскую у нас же применять, и, может быть, даже в той области, которой посвящен обсуждавший вчера стандарт из ТК по киберфизическим системам, требуется работа в международном сообществе для того, чтобы спецификация российских алгоритмов была на том же уровне, что международных решений. Может быть, то, что мы вчера видели в проекте стандарта, во многом вина сообщества нашего тоже, что российские механизмы, алгоритмы не в должной степени специфицированы вот в том круге, который не является входящим в нашу вот область разработчиков СКЗИ. Ну, собственно, а то, что проблемы есть и по безопасности, совершенно такие банальные, очевидные, наверное, это уже вина сугубо разработчиков самого стандарта вчерашнего. Я вот в плане обсуждения этого вопроса вот по интернету вещей, киберфизическим системам, я хотел бы сказать, что, наверное, и сейчас это становится все более понятно и заметно. Это взаимодействие технического комитета нашего в области криптографической защиты информации с техническими комитетами, работающими в прикладных областях. И вот это движение мы начали, да, то есть наш технический комитет заключил соглашение там со 197-м комитетом, 94-м, да. Вот мы пытаемся там сейчас с техническим комитетом по блокчейну взаимодействие наладить, взаимодействие с телемедициной, с техническим комитетом. Да? То есть технические комитеты, работающие в прикладных областях, которые не всегда, может быть, досконально представляют все вопросы безопасности, участие специалистов вот нашего технического комитета, разработчиков криптографических средств защиты информации, оно, мне кажется, должно быть обязательно. Иначе наши решения просто не будут востребованы. На самом деле это очень практика, соответствующая международной, вот, скажем, практике в том же ETF, где последние годы все решения, так или не связанные с криптографией, проходят, ну, если не экспертизу, то, по крайней мере, обсуждение в исследовательской группе ЦФРГ, возглавляемой Кенни Паттерсоном, одним из самых известных, в общем-то, в мире криптографов вот такого прикладного, как минимум, характера, и, хотя и с очень сильной теоретической базой. И, собственно, вот модель взаимодействия такая
ТВЦ-6 с другими комитетами, при которой ТК сможет как минимум экспертизу проводить с точки зрения криптографии, может быть, даже, хотели сказать, не всегда настаивая на российских алгоритмах. Может быть, настаивая скорее на гибкости и на правильность применения, и на возможность применения российских алгоритмов. То есть, наверное, действительно есть ряд областей, где не может пока, к сожалению, наша, собственно, промышленность криптографическая предоставить полный спектр решений, скажем, на аппаратном уровне. И, наверное, важно здесь оставить вот задел на будущее, чтобы параметры можно было настраивать криптографические. Ну, по крайней мере, чтобы не было откровенных дыр, ляпов, и чтобы в будущем, по крайней мере, была возможна, был возможен тоже в тех областях мягкий переход на российские алгоритмы. Эту деятельность мы, собственно, ведем сейчас вот вместе с коллегами из ТК-26 активно и в международном сообществе, стараясь выполнять и участвовать в работах по экспертизе зарубежных. Решение не только в рамках ИСО и ETF, скажем, вот по Wi-Fi была экспертиза, которая является, наверное, хорошим примером того, что не нужно, наверное, настаивать на использовании российской криптографии, никто не послушается, а вот на том, чтобы гибкость была обеспечена и чтобы, возможно, было в будущем эти параметры корректировать, вот это вот то, что мы можем делать и что ложится совершенно в мировую тенденцию. Так как когда SHA-1 там ломается, всем нужно срочно что-то делать, если он прибит гвоздями в реализацию, то это проблема не только из-за того, что есть там российская, нероссийская криптография, а из-за того, что просто криптография рано или поздно начинает быть нестойкой. Ну, это, Стас, поддержу, такое криптографическая независимость — это вообще ключевая вещь, потому что есть тот же самый Фидуальянс, мы еще на заре этого Фидуальянса в него входили, там вели работу, а потом поняли, что биться головой, чтобы они вот гвозди алгоритмов западных убрали и сделали какую-то независимость, почти невозможно. Может быть, даже ТК-26 в какой-то момент надо подумать о том, чтобы выходить хотя бы, вот, может быть, через своих членов на такие международные организации, вот, типа Фидуальянс, чтобы они постепенно, ну, хотя бы в новых проектах криптографическую независимость вставляли, потому что сейчас вот, все, что касается аутентификации, во всех виндах сейчас это прибито гвоздями. И как это сделать с российскими алгоритмами, непонятно совсем. Поэтому эта работа должна вестись уже прямо сейчас, потому что через какое-то время мы даже не сможем ничего сделать. Вот до реплики Дмитрия мне казалось, что мы эти вопросы все уже на Рускрипто обсудили. Видно, нет, все-таки наболело. Да, поэтому, ну а со времени Рускрипто все-таки произошло определенное значимое, на мой взгляд, событие, хотя программа «Цифровая экономика» Российской Федерации, она существует, да, тем не менее, она сейчас, по сути дела, не финансируется. То есть есть очень небольшой список мероприятий, которые, список подлежащих мероприятий, подлежащих первоочередному финансированию. Вот. Поэтому здесь в значительной степени в дело уже включаются, сказать, энтузиасты. Ну, в данном случае в роли энтузиаста выступила Академия криптографии Российской Федерации, да, которая является одним из организаторов нашего симпозиума, президент который выступал с приветственным словом на открытии, Александр Михайлович Шойтов. Академия криптографии решила не дожидаться, пока выделит деньги по пункту плана мероприятий создания там, механизмов информационно-аналитического обеспечения и координации участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку стандартов в области информационных технологий. Ну, вот примерно такая формулировка пункта. И профинансировала начало из имеющегося у нее бюджета начало научно-исследовательской работы вот по этому поводу. Да, что вот разработка подобных предложений, разработка предложений по созданию специализированного подразделения, которое будет этим заниматься. Вот. Наверное, конечно, туда не удалось в этот коллектив позвать всех экспертов, да, и вот там Дмитрий, допустим, вот там не участвует, но это не значит, что он не является частью процесса. Тем не менее, очень важно, что этот процесс начался, и что мы ожидаем, что вот в течение ближайшего года, а работа стартовала в апреле, как раз и будут определены те площадки, которые могут и должны являться точками приложения усилий российских экспертов, да, будут, собственно, определены цели и задачи их на этих площадках.
Да, потому что понятно уже из того, о чем мы говорим, ясно, что дело ИСО и ETF, где мы уже несколько лет достаточно активны, дело только ИСО и ETF не ограничится, да, потому что криптография, она к нам приходит из совершенно других и часто, казалось бы неожиданных мест. И мы при этом все должны понимать, что виды вот этой вот деятельности на площадках международной централизации, они на самом деле могут очень сильно различаться. То есть, да, с одной стороны, если нам удалось подключиться к разработке какого-то нового решения, новой спецификации, понятно, мы должны это делать с прицелом на возможность этого применения у нас, в том числе и применение вот в тех процессах, о которых мы говорим, да, взаимодействие граждан с государством. Если мы видим, что есть какая-то спецификация, которая либо уже у нас используется, ну, уже готова, имеет, так сказать, шанс к нам прийти, но там не все гладко, ну, значит, нужно проводить ее экспертизу, обнародовать эти результаты, добиваться ее корректировки. Да? Если нам есть что предъявить международному сообществу, да, давайте это предъявлять. Потому что, с одной стороны, мы, безусловно, не занимаем изоляционистскую позицию. Да? То есть ряд зарубежных спецификаций, стандартов могут быть приняты у нас. Ну, собственно, наш стандарт режимов работы блочного шифра, да, если вы посмотрите, это, по сути дела, некая выдержка из ISO 10116, да, то есть стандарт выработки метавставки как конструкция общая, да, у нас у американцев один и тот же, в этом нет, так сказать, ничего плохого, то есть это проанализировано и нашими экспертами, что называется, пропущено через себя. Но, с другой стороны, так сказать, не нужно прибедняться, потому что, ну вот, свежий пример, да, в той группе рекомендаций по стандартизации, которые у нас были утверждены в конце прошлого года, например, есть схема выработки общего ключа. Ну, насколько я знаю, впервые в мире стандартизирована схема, когда выработать общий ключ могут абоненты, у которых долговременные ключи на разных эллиптических кривых. Да? То есть это действительно вот эта вот разработка сама по себе и идея вот этого функционала, она появилась именно в недрах ТК-26. Да? Коллеги, какие-то вопросы? Сергей Агиевич, «Взгляд» из Минска. Я не так часто приезжаю на конференции CETACRYPT. Вот предпоследний раз я был в Екатеринбурге. Это было, насколько я помню, в 2014 году. Да? Как раз был примерно такой же круглый стол. И я возвращался в Минск через Шереметьево аэропорт. И как раз в этот момент в международной зале, в международном, отделении аэропорта был Сноуден, который, значит, летел из, насколько я понимаю, Гонконга, да? Гонконга, да. Да, он летел куда-то в сторону Кубы, но не долетел, вот, он остался здесь, как я понимаю. С этого момента началась пост-Сноуден эпоха, да, как говорят теперь. То есть возникло большое недоверие к тому, что сейчас принято называть National Crypto. То есть это прежде всего National Crypto относительно Соединенных Штатов Америки. Ну и в том числе это недоверие к National Crypto, к национальной криптографии, оно отразилось и, как я понимаю, на других странах. То есть вот все страны такими как бы независимыми криптографами считаются потенциальными нарушителями, потенциальными противниками, и возникла большая индустрия независимой криптографии. То есть вот за эти годы, вот буквально за 4 года, да, вот эти браузеры наши, да, о которых мы сейчас говорим, Chrome и прочее, они существенно изменились. То есть криптонаборы, которые сейчас там используются, это криптонаборы, которые дистанцируются от National Crypto, то есть появились кривые Эдвардса, появилась подпись на кривых Эдвардса, появились новые алгоритмы шифрования, то есть полностью дистанцированные от стандартов, скажем, американских, да, и совершенно правильно сказал Дмитрий Матюхин, что мы должны понять границы National Crypto, да, где заканчивается National Crypto и начинается вот, ну, другая криптография, которая массовая, которая вот используется в браузерах. Я также считаю, что National Crypto заканчивается вот на вопросах юридической значимости каких-то документов, которые циркулируют в государстве и за которые государство отвечает. Если говорить о браузере, то это
Онлайн-данные в суд не занесешь, то есть их нельзя, как сказать, опровергнуть, да, в суде в юридическом порядке. И я думаю, что государство не должно вмешиваться в эти вопросы, ведь государство же не говорит людям, какие двери им ставить, какие замки им ставить в своих квартирах. Почему государство должно регулировать и эти вопросы? Это первое, что хотел сказать. А второе, что у нас в стране тоже есть свой стек стандартов, своя криптография, и у нас те же самые сомнения, те же самые вопросы. И самый главный вопрос – зачем? Зачем это все мы делаем, да? Для чего это? Кому от этого хорошо? И несмотря на то, что я довольно существенно во все эти процессы втянут, я не знаю однозначного ответа, зачем это все делается. И я нашел только некоторые аргументы в пользу нашей национальной криптографии. И эти аргументы, на мой взгляд, довольно существенные. Во-первых, я считаю, что криптография имеет право на существование, то есть национальное, если она действительно содержит какие-то важные инновационные элементы, то есть есть конкурентные преимущества. Вот это первый аспект. Второй аспект – это действительно, она должна быть привлекательная для пользователей, должны быть открытые проекты, должны быть комьюнити, которые интересуются этой криптографией, которые развивают ее, которые видят в ней какие-то потенциальные точки роста. Ну и, конечно, очень важный момент – это то, что национальная криптография, она является таким скальпелем, который взрезает какие-то западные, по большей части, решения, да, мы можем погрузиться как бы в стек протоколов, мы можем увидеть аппаратные какие-то вещи, да, и повысить тем самым безопасность наших решений, то, за что, собственно, государство и отвечает. Спасибо большое. Ну, на этой ноте... Подождите, можно? Я все-таки не согласен насчет дверей. Вот государство точно так же сертифицирует двери, как и криптографические решения. Ну, может быть, в России... Вы можете их... Нет. Другое дело, что вы выбираете качество двери в зависимости от своего, так сказать, желания. Ну... Но замок все равно сертифицирован. Поэтому, может быть. Ну вот смотрите, ну я не знаю, в Америке... Поэтому мне так кажется, что исходя из социальной ответственности государства перед гражданами, бросать граждан вот так просто на произвол судьбы нельзя. Все-таки криптография – это вещь довольно тонкая, и нельзя отдавать это на откуп даже пусть суперспециалистам, но отдельной группе. Все-таки это должно быть какое-то обсуждаемое общественностью решение. Я совершенно с вами согласен. Возможно, я сказал слишком категорично, я не хотел нисколько вот именно так категорично высказаться, так получилось, может быть. Действительно, государство должно влиять на эти процессы, должна быть некая система сертификации, но она может быть мягкой. Например, государство говорит, что мы поддерживаем National Crypto, а еще какие-то вот крипто-наборы ТЛС, которые специалисты государства признали надежными, да? Ну, то, о чем говорил Станислав, мягкое влияние, то есть не жесткое влияние. Наверное, механизмы должны быть разными, да. Но влияние все равно должно быть. Это первое. Второе, это то, что я вот об этом забыл сказать, это очень важный аргумент. Вот Мао Цзэдун когда-то сказал, что пусть расцветает 100 цветов, да, пусть соперничает 100 школ, да. И современный мир таков, что то есть, криптография должна быть разнообразной. Это хорошо. У нас же нет такой ситуации, что по городу ездят там машины, там, я не знаю, там, Audi, да, черного цвета. Должна быть диверсификация. Тут есть одна проблема. К сожалению, мир становится, извините, что перебил, дико глобальным. И, по сути дела, сейчас нам криптографию несколько крупных IT-компаний диктуют. Поэтому роль государства становится значимой и неизбежной. Поэтому как бы мы не старались думать, что есть какое-то сообщество. К сожалению, пока вот криптографические средства нам подсовывают крупные корпорации, которые работают на весь мир. И у них есть огромное количество ресурсов для того, чтобы это сделать. Ну, здесь как бы два таких тренда. То есть, да, конечное решение принимает потребитель, но, значит, ведь потребитель, да, он покупает ту или иную машину, исходя из дизайна, как нравится, не нравится, но при этом все машины сертифицированы, проходят сертификацию государства. Потому что в сложных технических системах, к сожалению, у потребителя недостаточно там имеющихся у него органов чувств, тактильных и прочих, для того, чтобы самому оценить, достаточно ли здесь вот свойства безопасности? Ну, государство за статистику ДТП, грубо говоря, в данном случае несет ответственность. Да, вообще говоря. Да, здесь и то, и другое требование нужно выполнить. И потребитель должен иметь право принять решение,
И государство должно предпринять все меры, чтобы защитить. Вот. Но, Сергей, ну, я так понимаю, что вы все-таки поддерживаете вторую часть моего тезиса, и вторую часть моего тезиса о том, что развитие криптографии в той части, в которой государство отвечает за защиту информации, оно может служить двигателем и для коммерческого ее применения. Да? Вот. Но здесь еще один аспект возникает. Он связан, вот мы употребляли слово сертификация, но ни разу не употребляли слово лицензирование деятельности, да, в области криптографической защиты. А в Российской Федерации, ну, 313-е постановление правительства, да, деятельность в области криптографии, она подлежит лицензированию. Ну и в контексте нашей дискуссии действительно уместно вот задаться, да, а вот лицензирование, оно, так сказать, насколько оно нужно, важно. А вот это, мне кажется, как раз вот то, о чем говорил Игорь Федорович. Федорович, сейчас, да, вступив в полемику с Сергеем. Потому что, ну, мы, вот у нас пока висит вопрос про интернет вещей, да. Мы не должны забывать, что интернет вещей, вообще говоря, сам по себе, он является... Ну вот как можно провести параллель? Вот есть СКЗИ, у него есть среда функционирования, да? А вот эта вот информационная система, а интернет вещей, для нее среда функционирования. Причем не факт, что дружелюбная. Да? Поэтому, если так вот коротенько говорить, мне кажется, что если мы деятельность по лицензированию в области криптографической защиты, уберем, да, прикроем вот этот вот аспект, то мы будем получать там бот-сети из холодильников там очень скоро, да, у нас на территории российской. Можно короткий пример. Собственно, развивая аналогию с автомобилями, буквально недавно США приняло довольно жесткие нормы о том, что в каждом автомобиле, выпущенном после какого-то года, требуется камера заднего вида. И это регулирование не для хозяина автомобиля, а для того, чтобы меньше людей сбивали на стоянках. То же самое с криптографией. Все-таки сертификация и анализ требуются не только для того, кто пользует средства. Если вы пользуете что-то для взаимодействия с госорганами, то вся система зачастую зависит от того, насколько безопасно защищены данные конкретного гражданина. И не может государство отдавать на откуп независимым специалистам безопасность того, что происходит. В Америке же нет такого, что государство навязывает какие-то криптонаборы, которые NIST approved, да? Такого же нету. Мы тоже не навязываем. Да. Они должны быть и быть стандартизированными, но зачем навязывать? У нас Алексей лимит времени вышел. Я все-таки хотел прокомментировать, что там, американцы не навязывают криптонаборы. Вот это известная история про то, как американцы выжимают с Саймоном Спеком из профильного комитета по криптографии. Эти ребята, совершенно не смущаясь, занесли свой, по-моему, спек все-таки там в комитет, который занимается радиочастотной идентификацией. Раз. У нас есть загранпаспорта, и там, как говорил Дмитрий, как вот в ФИДО гвоздями прибиты в этих паспортах американские алгоритмы. Ну, это вот они не навязывают, наверное, да? Возвращаясь к вопросу лицензирования вообще криптографической деятельности, столкнулся со следующей вещью. В законе ФСБшники прописали, что эксплуатировать вы можете без получения лицензии. Но я специально с ЦЛСом созванивался и уточнял. Для того, чтобы вы у себя могли поставить криптосредства, вы должны иметь лицензию. Так что если вот такой хитрый нюанс они себе оставили, вот для установки надо иметь лицензию. Если организация приобрела криптосредство... Нет, а вы сказали, в законе написано, что можно... Эксплуатировать можно. Это где написано? В самом законе о лицензировании отдельных видов деятельности. Там прописано это дело. Эксплуатация, пожалуйста. Купили, вам установили, эксплуатируйте, не нужна лицензия. А вот установить... Уже нужно. Ну, там написано, что для себя, для собственных целей. Иногда, конечно, бывают коллизии, что если компания состоит из нескольких юрлиц, то там получается коллизия, что вот... Не, ну ФСБ, конечно, суровая организация, спорить с ней бесполезно. Ну что, коллеги, большое всем спасибо. Время наше истекло. Вот, я надеюсь, что монолог, значит, президиума не утомил зал. Вот, все-таки из зала были какие-то вопросы. Значит, выражаю всем большое спасибо, потому что на самом деле... Значит, часть президиума, вернее, практически все члены технического комитета 26, и мы точно для себя извлекли определенные полезные идеи, которые, я думаю,
попадут в каком-то виде в планы работы технического комитета. Это и касается вопросов вот, сертификатов для технологических компонент сетей. И вот мы готовы обсуждать идеи продвижения open source, ну и так далее. Поэтому всем большое спасибо.